Всем привет! Привет-привет! Сегодня мы будем открывать коробку с Лего. Лего Дупло, да? Микки Маус Клабхаус. Да? У Микки Мауса и Минни Мауса праздник, да, Настя? Ну-ка давай посмотрим, что там в коробке. Ну-ка скорее высыпай. Высыпай. Вау! Сколько там много всего. Ой, да, вот эту коробку мы уберем. Так, что там есть? Так, два пакета. Такой вот первый пакетик. Второй. Дальше что у нас тут? Юбочка. Части от поезда. Во, Настюша, молодец, уже вагончики вступила. Так. И самое главное, вот сюда вагончик прицепляй. Это у нас что? Это у нас просто рекламка. Так. Юбочка у нас там. Так, скорее. Возьму ножницы. Садись на стульчик. А, тут ножницы даже не нужны. Вот так. Будешь сама открывать? Тяни. В разные стороны открывай пакетик. Давай, тяни. Давай, 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 давай. Так. Ну, доставай. Так, это у нас юбочка там, да, Настя? Не, она для Минни Мауса. Мау. Это для Мини. Давай сначала вот это построим. Не-не-не-не-не. Это для Минни Маус. Юбочка на резиночке. Юбочка. Давай вот эту строй. Вот сюда ставь. Вот эту вот сюда ставь. Строй. Вот сюда. Так, давай открывай следующий пакет. Можешь сама открыть? Ну-ка, тяни в разные стороны. Одну вот здесь, другую руку вот здесь. Тяни. Вот, молодец. Ну-ка, высыпай. Вот, что у нас тут деталик. Ой, все попадало. Так, что у нас тут? Тут у нас кубики с цифрами. Один. Два. Три. Четыре. Даже два подарка. Ой, еще часть поезда, смотри. Вот так. И вот так вот. Я тебе пока помогаю, да? Потом сама будешь строить. Да. Так, будешь открывать Минни Маус? Настюш, вот здесь вот тяни вот так. Смотри. Открывай ее. А с Настей соберешь сначала все циферки. Ты видела, там циферки нарисованы, Настя? Циферки, Настя. Ладно. Вот такие замечательные шарики. Шарики. И подарочки. Давай, открывай. Давай, пока мне циферки. Открывай Минни Мауса. Открывай. Цифры. 1, 2, 3, 4. Вот такой подарок. Такой подарок. Шарики. Вот так вот тяни. Тяни в разные стороны. Ну-ка. Никак. Не получается. А давай, сама, давай.
Ну-ка. Ну-ка, достала. Кто это? Ну-ка посмотри, кто это? Вот это. Мини-Маус. Кто такой? Юбочку. Сама сможешь одеть? Давай я тебе помогу. Давай. Окей. Сейчас оденем на ней юбочку. Такая Мини-Маус замечательная. Вот такая замечательная Мини-Маус. Да. С бантиком. Да. Просто чудесная. На, скажи. Ну. А давай ей шарики в руку дадим. Давай. Она у нас будет держать шарики. Она идет к Микки Маусу на день рождения. Да? Несет ему шарики, Настя. Подарки несет, смотри. Коробка. Раз коробка с подарками. Два коробка с подарками. Давай. Ту-ту. Вот так вот сейчас их поставим. Да? Ну что, будем еще пакет открывать? Ух-ка. Ну-ка. Ух-ка. Давай. Открывай. Давай, давай, давай. Что у нас в другом пакетике? Еще подарок. Сама. Микки Маус. Ути. Это тортик, смотри скорее. На. То. Вот так вот. Циферка 5 еще тут есть. Подожди. Это делается вот. Не, подожди. Вот так. Вот. Так, потом пироженку сверху. Да-да-да, правильно. Закрепляй. Ух, как запаковали. Сейчас еще и свечка у нас будет. Так, дай попробую. Вот так вот. Сейчас придется разрезать. Никак не запаковать. Вот такая свечка, смотри, на тортик. У Микки Мауса день рождения, да? Скоро у Настеньки тоже день рождения будет, да, Настюш? Это Мау. Да, давай, доставай Микки Мауса. Ого. Ой, какой красивый. Можно посмотреть? Дай посмотреть на него. Ой, какой красивый. Какой красивый Микки Маус. Просто чудесный. Что? Так, а свечечку поставить? Вот так вот. Так. А подожди, давай сначала поставим вот так вот тортик. Поставим подарки. Еще подарок. Ой, Настюш, подожди, у нас с тобой детальку вот здесь вот забыли. Вот так вот должно быть. Вот так вот. Четыре. Пять. И Микки Мауса сажай туда. Будь здорово, сажай вот сюда Микки Мауса. Рассказывай, Настюш, что у тебя тут получилось, что ты собрала? Поезд, да, Настя? У тебя на поезде тут Мини-Маус с шариками. Давай его так поставим. Вот так вот. Сегодня у Микки Мауса день рождения. Да? У них торт со свечкой. Подарки. Ну? Как поезд у нас поедет? Давай так. А как мы свечку задувать будем? Давай. Как мы дуем на свечку у нас? Дуй. Дуй на свечку. Сильнее дуй. Вот как задули. Будем кушать? Тортик. Тортик. Дуй кушать.
что? Вынимай свечку, правильно. Мы же не будем кушать со свечкой. Правильно, свечку в сторону. Доставай тортик. Давай. Поставим обратно. Так, ставим тортик. Микки Мауса. Микки Маус. Так, вот первая три циферка. Вот, one. Дальше, вот это какая циферка? Смотри скорее. Two. Дальше, где вот? Вот, three. Four. Five. Вот, five. One. Four. Five. Five. И Настя. Целых три коробки. Подарков. Вау, как много. Ту-ту, одева, осенью. Наверное, Микки Маусу, как и Настеньке, скоро будет 2 годика. Поэтому будем свечку задавать вот такую, с циферкой 2. Да, Настя, смотри. Настеньке скоро 2 годика будет. И свечка у нас будет, вернее, тортик с циферкой 2. Вот циферку 2 забыла, смотри. Настя. 2, 3, 4. Только ты их по порядку, что ли, ставь? Настя. Нет, не хочешь по порядку поставить? И подарки. Ну-ка. Ставь на ладонь. Туда хочешь все подарки? А Минни Маус здесь поедет с Микки? Да? Поехали! Ой, еще подарок забыли! Еще подарок забыли. И тортик. Ну-ка, ставь сюда тортик. Поехали! Чу-чу! Чу-чу! Поезд. Как он чу-чу? Ту-ту. Ну, доставай пассажиров. Вынимай Минни Мауса, Микки Мауса. Подарки доставай. Раз подарок. 2 подарка. Еще есть подарки? Цифра 4, 4. Цифра. Какая цифра? 3. 3. Дальше. 2. 2. 5. Правильно. 5. 1. Нет, это вон вон. Это подарок, посмотри. Это подарок? Да. Коробка с подарками. А вот это какая цифра? One? Нет, two. One. Two. One, two, three, four, and five. Будем задувать. Давай. Во, как дует. Сильнее. Вот. Аж прям шарики, смотри, улетают. Как Настя сильно дует. Я не привет, Минни Маус, покатай меня, пожалуйста, на поезде. Ты покатаешь меня? One. Дальше. Смотри. Цифра. Two. Дальше. Two. Циферка вперед. Дальше. Three. Дальше. Four. Сюда сверху. И последняя цифра. Five. Так, подарки. Не забудь про подарки, Настя. Ставь вот сюда. Нет, сюда хочешь, ну ставь сюда. Раз, подарок. 2 подарка. Ну и 3. 3 подарка. А Минни Маус уже сидит. Мы ее вот так вот посадим.
О. Ура! Меня сейчас Микки Маус покатает на паровозике. Ну-ка, давай, ставь Микки Мауса. Поезд. И поедем. Не, он стоит. Ну, поставь его на ножки. Ага. Ой, ручка зацепилась. Ой, держится ручками. Ой, теперь второй зацепился. Опять зацепился рукой. Какой цеплючий он, да, Настя? Давай, вот так. Поехали. Чух-чу. Чух-чу. Давай, чух-чухай. Настя, как поезд ездит? Чух-чу. Попробуй вот так. Выгружаем. Свечка. Дальше что это у нас? Тортик. Хочешь целиком или по частям? Угу. Ой! Свечку. Или разбираем? Разбираем? Ставь сюда. Убежала. Убежала. Давай. Подожди. А все, поставим. Пироженку. Да что ж такое-то, да, скажи? Да, никак, одной рукой. Ну и свечку. Вот такой вот у нас тортик, да, получается, Настя? Тортик на день рождения. Ой! Бум! Бум! Это что? Микки Маус будет дуть на свечку, да? Как он будет дуть? Ой, тут так красиво прям. Да, Настя? Очень красиво. Очень красивый тортик получается. Шарики в руку едать? Не, Настюш, их нельзя никак. Они вот такие. Вот так на ветру, да, они развиваются, когда ветер дует, да, Настюш? Красивые шарики. Какого они цвета, да. Настя? Какого цвета шарики? Красного? Красного. Да, red. Red balloon. А? Дадим мини. Дадим мини, пусть она держит. Шарики на день рождения. Ага. А это кто? Мальчик. А это деньги. Вот, держите вам деньги. Убирайтесь. Это деньги ваши теперь. А это нам мороженое. Спасибо большое.
Спит? А это кто? Мальчик. Вот А это деньги. Вот, держите вам деньги. Убирайте их. Это деньги ваши теперь. А это нам мороженое. Спасибо большое. Ой, Надо проверить инструкцию.